В Мехико советскому пловцу удалось проплыть дистанцию 100 метров баттерфляем с результатом 57,8 секунд. Это достижение вошло в историю российского плавания, и соревнования на призы Немшилова на курорте проводятся уже на протяжении 7 лет. Сегодня, в день открытия, прославленный спортсмен пожелал участникам удачи и рассказал о важности занятий плаванием и спортом в целом. Я увидел весь мир благодаря плаванию. Был на многих чемпионатах мира, Европы. На Олимпийских играх я, на трех Олимпийских играх был. Это вот дало плавание. Ну и дисциплину, самодисциплину, это тоже дисциплинирование. Занятие спортом вообще, активное занятие. Это по жизни необходимо просто. В соревнованиях принимают участие спортсмены не ниже первого юношеского разряда, всего около 300 пловцов. В программе первого дня соревнований им предстояло преодолеть дистанцию в 50 метров баттерфляем и на спине, 100 метров вольным стилем и комплексным плаванием, а 200 метров проплыть брасом. Завтра свою технику покажут и опытные участники, ветераны спорта. Это первые соревнования в этом сезоне, они стартовые, которые покажут, кто у нас готов, насколько. И дальше от этих соревнований уже пойдет дальше весь сезон. Будем стараться улучшить наши результаты. И дети будут готовиться к чемпионату и первенству края. Стараться побить свои рекорды пловцы будут на протяжении 2 дней. Краевые соревнования завершатся 14 сентября. Победители, которые определяются сразу после каждого вида заплыва, получат медали и кубки. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.